1 июня – это начало лета, начало отдыха и летних каникул. И 1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. Как правило, этот день проходит весело и радостно. Фестиваль детского творчества «Мир распахнутых сердец» проходит в нашем районе уже в 11-й раз и приурочен ко Дню защиты детей. На площадке перед центральным входом в кинотеатр «Искра» собрались участники фестиваля. Дошколят, воспитатели и родителей поздравил с праздником начальник управления образования Ленинского района Дмитрий Волков. Я искренне вас от всей души поздравляю с таким замечательным праздником всех нас. И в первую очередь, конечно же, вас, дорогие ребятишки наши. С Днем защиты детей вас! Уважаемые взрослые, мы, конечно же, должны вспомнить о праве на детство. И я хочу, чтобы у вас детство всегда было счастливым, чтобы вы радовались, чтобы вы смеялись. И этот смех нам, взрослым, доставлял только радость и удовольствие. Уважаемые детишки, я вам желаю, чтобы ваш путь детства был вечным. В этом году фестиваль был посвящен Году литературы в России. Воспитанники детских садов под руководством воспитателей и родителей подготовили праздничный концерт. Вспоминая о радостном чуде, вдаль шагая по звонкой росе, тот цветок ищут многие люди, но, конечно, находят не все. В преддверии праздника в каждом детском саду прошли конкурсы рисунков и поделок, познавательные занятия, интеллектуальные подвижные игры, захватывающие литературные путешествия, которые понравились и запомнились детям. Во все времена литературное наследие и творчество помогало народам сохранять свою культуру и человеческое лицо. Читайте, читайте, творите, мечтайте, найдете удачу в пути. Читайте, читайте, страницы листайте, свой мир открывайте, все впереди. На сцене кинотеатра «Искра» выступили воспитанники из 20 муниципальных дошкольных учреждений Ленинского района. Чудесная программа подарила детям массу позитивных эмоций и хорошее настроение. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.